Всем привет, народ! Вы на канале Миабабки. Сегодня поговорим о смарт-контракте на ETH, то есть на эфириуме. Сразу хочу предупредить всех о рисках в инвестициях. Я рассказываю, куда лично инвестирую и где можно заработать. Также рассказываю о проектах, в которых можно заработать. А входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Говорю сегодня о проекте, который называется HypeR ETH. Слева мы видим, что здесь у нас приборная панель. Панель о нас, Discord и Telegram и часто задаваемые вопросы. Для того, чтобы проинвестировать сюда эфириум, вам нужно иметь на своем кошельке минимальная инвестиция. Здесь 0,5 ETH эфира. Здесь вы вводите сумму, нажимаете вклад и автоматически через MetaMask инвестируете. Активная панель. Здесь отображается сумма всех пополнений ваших. Также здесь можно заработать до 200%. Больше 200% вы не сможете заработать. То есть 100 это тело вашего депозита и 100 это ваша прибыль. Также мы видим панель комиссии. Здесь вы можете снимать свои средства. То есть заработанные средства можно снимать сразу же после, как они начисляются. И почасовая прибыль. Здесь отображается сумма получаемых в час. Ежедневное начисление у нас идет 7%. Также имеется калькулятор доходности, есть упаковка. Что это означает? Здесь отображаются все тарифные планы, на сумму которых вы инвестируете. Минимальная сумма 0,5 ETH до 4 эфириумов. Зарабатываете вы 7%, 200% максимум, что вы можете заработать. На втором тарифном плане, если вы инвестируете больше, то есть 4,01 эфира до 7, вы зарабатываете 7% плюс 0,2% сверху. Если вы будете инвестировать 7,01 эфира до 10 эфира. Также мы видим, что если вы проинвестируете, к примеру, 15 эфиров, да, то есть больше 15,01 ETH, вы будете зарабатывать, грубо говоря, 7, почти 8% ежедневно. Это очень круто. Тут есть получимые награды, то есть отображается сумма ваших полученных наград. В принципе, о проекте я все рассказал. Здесь ничего сложного нету. Имеется, кстати, видите, полосочка показывает в реальном времени, сколько курс криптовалюты, на сколько процентов упала она или поднялась. Это очень круто. Ссылочку на проект я оставляю внизу в описании. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Хочу сказать всем спасибо за просмотр. Всем пока.